Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду готовить курицу в сметанном соусе, либо же по-другому гидлибже. Если вы любите простые рецепты, то, конечно, не забудьте меня поддержать, ставьте лайк, пишите комментарий, делитесь моим видео со своими друзьями, ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Если вы подписались, то не забудьте нажать на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно не пропустите ни одно мое новое видео. Ну а теперь давайте будем начинать. Разогреваю сковороду с маслом и прямо в нее выкладываю куриное филе. Я его просто промыла и предварительно не мариновала. Теперь буду посыпать любимыми приправами. Беру сухой чеснок, у меня гранулированный. Черный молотый перец. Красная сладкая копченая паприка. И теперь тимьян. И солю по вкусу. Теперь оставляю жариться на сильном огне для того, чтобы снизу схватилась корочкой. И когда там снизу подзолотится, буду переворачивать на вторую сторону. Теперь переворачиваю на вторую сторону, посыпаю теми же приправами, присыпаю солью и буду продолжать обжаривать и с нижней стороны, чтобы было золотистого цвета. У меня бедра уже обжарились и со второй стороны. Теперь буду снимать со сковороды, пока отставлю в сторону. И на этой же сковороде обжарю репчатый лук, который мы с вами уже нарезали. И теперь обжариваю лук до золотистого цвета. Затем буду сюда добавлять сметану и возвращать куриные бедра. И все вместе будет у меня еще тушиться минут 10 под крышкой. Теперь добавляю к луку приблизительно стакан сметаны. Ну, у меня просто было в пакете, поэтому сложно точно определить. И столовую ложку муки пшеничной. Все это перемешиваю. И добавляю сюда же стакан воды. Размешиваю, чтобы не было комочков от муки. И теперь буду возвращать сюда куриные бедра. Выкладываю прямо поверх соуса. Теперь накрываю крышкой и буду томить на среднем огне 10-15 минут. И за пару минут до готовности буду добавлять измельченный чеснок. Я буду натирать на терке, ну а вы делайте так, как привыкли. But I've known you too long, it
Вот такое блюдо в итоге у меня получилось. Попробуйте приготовить. Это очень и очень вкусно. Конечно, это калорийно, но иногда можно себя побаловать. И можно подавать и с картофельным пюре. Будет очень вкусно и с рисом, и с гречкой отварными. В общем, попробуйте. Я надеюсь, вам понравится. Ну а теперь увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!